Обращение от жителей Камчатки на прямую линию лично отработал глава региона Владимир Солодов. Он проверил, как идет решение вопросов, по которым поступали заявки, и для этого обзвонил несколько человек. Так, одна из жительниц Петропавловска попросила помочь ей с арендой павильона для оказания юридических услуг, в частности, участникам СВО. Глава региона предложил женщине воспользоваться кабинетом для оказания бесплатной юридической помощи в региональном филиале фонда «Защитники Отечества». Первое, что я поручу фонду «Защитники Отечества», чтобы они с вами связались и предложили на Топоркова, там хорошее действительно помещение, и там в любом случае комплекс услуг для ветеранов СВО, членов их семей оказывается. Вот. И если вы согласитесь какое-то время там, ну, в любом графике, который вам будет удобен, принимать людей, это будет очень востребовано. Ну, а может быть, там и платные услуги тоже дополнительно оказывать. Кроме того, глава региона обзвонил жителей, чьи заявления касались обеспечения лекарствами, получения гражданства, благоустройства и других. По каждому из вопросов Владимир Солодов дал разъяснения и поручения. Напомним, прямая линия с губернатором края состоялась на Камчатке 12 сентября. В этом году жители прислали более 4000 вопросов. Это рекордное значение. Ответы по заявкам, не вошедшие в прямой эфир, жители полуострова получают в индивидуальном порядке в письменном виде.